Йоу, друзья, всем привет! С вами Андрей Беттер, а перед вами побег из Таркова. Что же, мне дали допуск к бета-версии, и мы сейчас будем начинать играть. Давайте поиграем сегодня за Дикого, да? Давайте, нажмем на далее. А респауниться будем мы на берегу. Поехали. Я готов, все, я готов. Погнали. Значит, играю я в первый почти раз. Нет, только сегодня мне дали допуск. И я уже поиграл, я посмотрел, меня убили. Я вообще жесткие. Они какие-то читеры просто. Они стоят, смотрят тебя и просто убивают с одного удара. Вот. А сейчас я хочу... Итак, мы начинаем играть на берегу. Вот такой красивый у нас пляжик. Типа такого, да? Ну что ж, давайте смотреть. Давайте осваиваться в этой игре. Что здесь происходит? Вот так он ходит. Приседя. У меня есть пистолет. Что у меня еще есть? Так. Разгрузка. Ага. У меня есть обоймы дополнительные. Шоколадка-Аленка. Не знаю, зачем она здесь, но... Но, бля, это круто. Шоколадка-Аленка. Наверное, чтобы пополнять себе хп, да? Здоровье. А, здесь у нас здоровье распределяется по туловищу, по всему, да? Умение у нас. У нас есть еще умение. Выносливость, сила, жизнеспособность, здоровье, метаболизм, стрессоустойчивость. Здесь карта. У вас нет карт в инвентаре. Так, в записи. Ладно, что ж, начнем, так сказать, рейд наш в Таркове. Оп, так он бегает. Понял. Понял. Так, ну что же, сейчас мы будем устраивать рейд. Так, что это? Сок. Аква. Не пойму, что тут написано. И не. Так, сишки. У нас тут есть сишки. Курение это зло, ребят. Так, дальше идем. Бежи тогда. Не знаю я, запустился я с кем-то или не с кем-то, или я просто буду играть с ботами. Но боты здесь реально жесткие. Они прям как читеры просто. Давай, прыгай, братан. Прыгай, братан. Во, давай. Так, здесь просто мусор. Залутаться можно где-нибудь здесь? Нет, нельзя, можно, нельзя. Так, это у нас пистолет. А, В. В, я беру ножик, да? Одёрка, это пистолет у нас. Хорошо. Так, смотрим. Здесь прохода, видимо, нету. Поэтому мы пойдем в обход. Мы пойдем. Игрушка очень требовательная, сразу говорю. У меня на высоко-средних. Вот так чуть-чуть даже подлагивает. И не знаю. Игрушка очень требовательная. Че? А мы тут не поджаримся? А? Так, лутаться тут можно или нельзя? Графика здесь просто классная. Механизация игры, оптимизация, вроде ничего. Да. Так как я играю впервые. Можно сюда вот так? Мне залезть на этот. Быстрее. Перезаряжает он просто классно, да? Прям так. Чутненько, не торопясь. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас в той машине. Давайте. Если вы хотите покупать себе побег из Таркова, то советую покупать лучше Gold версию со всякими ништяками, потому что если покупаете стандартную версию, у вас там ни хрена не будет. Вот. Придется искать, лутаться. Ай! Ой, ёпты. Колючка-то бьет, смотри. Так, смотри, видишь кровь? Ёпт твоя. А что у меня в инвентаре есть? Еще раз, давайте посмотрим. Только ствол и все. Винт. А чё? Ладно. Гелик. Бля, это гелик, пацаны. Нет, да, это гелик, пацаны. Давай-ка его блутать. Можно его? О, открывайся. Сядем в гелик, пацаны. Можно его открыть вообще?
А водительское сиденье? Закрывай. Так. Нет, нельзя. Нельзя нам открыть. Так. Давайте осмотрим карту. Что у нас на этом береге? Дикие места. Ну, мы же играем за дикого. Это дикие места. Правильно? Так, давай. Открывай. Здесь у нас ничего нету. Шевроле. Поехали. Рекламка. Я пью кофеек, поэтому иногда буду останавливаться. Вот так вот. Так, смотрим. Заходим в здание. Что у нас в здании? Что у нас? А как нам включить фонарик? А зачем ты еще раз перезаряжаешь свой ствол, братан? Как нам включить фонарик? Ага. Ладно, я не знаю, как нам включить фонарик, поэтому будем ходить в темноте. Так. Сишки, сишки. Союз, союз Аполло. Союз Аполло. Так, давай, возьмем. Это мы возьмем. Марль там вроде была, да? Можно... А, Емеля. Что такое Емеля? Давайте посмотрим, что такое Емеля. Сухарики. Ржаные сухарики. Использовать. Давайте используем. Все, мы съели 20 сухарей, ребят. Съели. А это что? Галеты. Не нужны нам никакие галеты. Так, поднимаемся наверх. Так, осматриваемся, осматриваемся. Так, ладно, едем дальше. Смотрим, осматриваемся, так сказать. Вау, мы не осмотрим ничего, но это же яркого. Вы знаете, что лайк, и вот идем, ничего нету. Так, давай посмотрим. А Игрик она у нас... А, он разговаривает, смотри. Опачки! Опачки! Смотри, он смеется. Боты! Чё, боты что? Это чё было? Чё было? Ни хрена меня завалили, пацаны. Просто завалили. Взяли и завалили. Ты понимаешь? Итак, мы начинаем. И сейчас я играю за другого уже персонажа. И приспаунился на другой уже местности. Поэтому у меня и у меня только нож. Я не знаю, что мне делать с этим ножом. Потому что выживать с ножом... Это, не знаю, это как-то сложно, наверное. Да? О, давай посмотрим. Опять гелик стоит тут у нас. Может, в багажниках будет чего у нас? Да? Пилит кто-то, блин, на улице у меня еще, я не знаю. Слышно вам или нет. Так, ментовская машина, тут по-любому должен быть ствол. Здесь по-любому должен быть ствол. Но его нету. Так. А как он останавливается, прикольно, дали? Оп. Оп. Так, пожарная машина. Пожарная машина. А можно на тебя как-то залезть? М? Давай. Нельзя. Залезть на нее нам не разрешают. Так, смотрим. Ну, вид просто обалденный, да? Смотри, домик какой-то там. Я вижу. Ну, боты здесь просто жесткие. Ты видел, как он меня завалил? Одной пулей. Одной пулей. Так, ладно. Так, так, так. Прыгаем по шинам. Фух. Здесь какие-то ящики, смотри. Можно его открыть? Бинт, бинт. Так, что тут у нас есть? Давайте смотреть. Угу. А ни хрена тут нету. Ни хрена тут нет. Мне еще солнце, блин. Прям в монитор светит, поэтому что-то я не могу нифига видеть всего происходящего. Бля, ну как же классно все сделано. Ну графика про... Ты видел? Ты видел, тот там бегал? Бля, давай-ка его завалим. Давай. Типа-типа, бежит, 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 бежит. Спокойно. Это не бот, наверное, уже. Я так думаю, правильно? Бот вот так вот бегать не будут. Он там все облутал уже. А чё, нам там лутать? Дайте хоть ствол мне какой-нибудь, типа-то. Пистолетик какой-нибудь. Обдряханный. Забдрипанный. Задрипанный. Так, смотри. Тут все слышно. Так, куда он побежал? Стреляют! Блядь, стреляют, сука! Стреляют! Подожди. Блядь, дайте волыну какую-нибудь. От...
Откуда стреляет? Откуда? Блять, откуда? Сука, мне в ногу ранили, походу, да? Блять, отстань, дурак. Тут... Можно разговаривать? Интересно. Братан. Братан, у меня только нож, братан. Не надо меня бить, пожалуйста. Блять, он... Он сейчас... Он еле ходит. Давай используем. Давай. Блин, стерильный. Вот так вот идет наш рейд. С продолжительностью, блин, в минуту, походу. Давай, 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 выбегай. Ты меня валил-то, блин. Чувак. Чувак, я ж хороший. Я просто сошел записать летсплей. Все. Мне даже волына нет, братан. Блядь, беги. Беги, сука, беги. Ему ноге, короче, капец. Моей ноге. Он не может бегать. У меня даже ствола нету. Как я броняться буду с ним? Бля, чувак. А ты где вообще? А где он? Я его не вижу. Честно, я его не вижу. Так, смотрим. Ладно, пойдем лутать. Может быть, что-нибудь он тут и не взял. Да? Что, прыгать даже не может? Твою мать. Он даже прыгать не может, ребят. Вот такая вот фигня у нас. Я не могу просто отсюда выйти. И все. Ладно. Давай посмотрим, где он тут. Угу. Он просто исчез. Вы понимаете? Понимаешь, он просто исчез. Ладно. Ну пойдем тогда, чё ж. Завалит так завалит. Я надеюсь, то, что вы вам понравится, блядь, это видео. Он лишь хромает весь. Видишь, здесь хромает. Еле ходит у меня. Так, смотрим. Братан, ты где? Ты же не будешь меня стрелять? Он, видишь, он даже не может бегать у меня, потому что мне ранили ногу, блядь. Залипание клавиш, чуваки. Походу, это пипец. Так, ладно. Такая вот фигня происходит, да, иногда в компьютере, когда залипание идет клавиш, и ты просто не... Ничего не можешь с этим поделать. Ну, наша, по крайней мере, сегодняшняя задача, тупо посмотреть эту карту. Говорят, она новая. Вот, и поэтому мы сегодня будем осматривать эту карту. Лесок такой у нас здесь. Лазурный берег. Так, мостовая, да, мы на ней были. Там ничего из лута нету. Стоит автобус. Кого-то, видать, перевозили. Наверное. Да? Вот, и поэтому сегодня мы, наша задача осмотреть только карту. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать. Да. Так. Смотрим, что это. Поломанный забор. Поломанные отбойники. А можно его как-то открыть? А, он уже открытый стоит. Смотри. Лутаться будем. Так, что это? Сельдь. Возьмем сельдь. Давайте возьмем сельдь. Потом продадим ее за какой-нибудь пистолет. Наверное. Кто-нибудь докупит. Так, ментовская машина. Там по-любому должен быть ствол, ребята. Она, видите, она закрытая. Машина полицейских. Давайте смотреть. Так. Тут вообще нету ничего. Как они, блядь, ездят на вызовы? Без стволов. Так, ну что, я думаю, надо идти в лес, смотреть, что там. А там у нас ни хрена нету. Ни хрена нету. Не, ну классно все сделано, прям так. Новый Lexus. Lexus. GVS Turbo. Всего лишь от 28 миллионов рублей. Ни хрена себе. Всего лишь 28 миллионочек рублей за машинку тебе дать. Вы че, блин? Так. А мы можем там дерево ударить? О, смотри. Можем. Вот такой вот у нас лесок. Вот такой у нас лесок. Вот такой у нас берег. Это игра Escape from Tarkov, ребят. А я напоминаю, меня зовут Андрей Беттер, и вы попали туда, куда нужно. Так.
Где бы нам надыбать ствол? Где бы нам надыбать ствол и кого-нибудь завалить? М? Микрофон просто классный, просто... Кто-то шел. Ты его слышал? Его слышал? Кто-то ходит. Здесь кто-то ходит. Ребят, здесь кто-то ходит. Ладно. Блять. Кто стреляет? Пойдем вон туда, вот на вышку, да? Я думаю. Сходим. Чтобы было. Вдруг там какой-нибудь лут есть. Мы залутаемся и все. Или кого-нибудь спину сейчас зарежем. Попытаемся, да? Так, ладно, идем. Давай. Главное, чтобы меня не убили первым. Блин, это просто вышка для кабелей электрических. Он смог. Ты смог. Блять, кто стреляет-то сюда? Я думаю, не очень хорошая затея будет, чтобы туда идти, да? Пойдем в дом. Пойдем лутаться в дом. Мы идем в домик, и нам по боку кто там стреляет. Я так думаю, то, что это в меня стреляют, не? Потому что если в меня, я далеко не убегу. Так как у меня нога, то с моей ногой, о, 4 хп на ноге. А что с ней? А не написано, что с ней, поэтому... А давай? А если вот так как-нибудь? Нет, можно, нет, нельзя. Ладно. Мы идем хромаем и играем. Мы хромаем и играем, ничего мы не вникаем. Что тут делать, как не быть? Графика на высоте. Так. Стреляет, стреляет, стреляет. Кого стреляет, не пойму нифига. То ли в меня, то ли в бота. Или боты друг с другом там. Давайте поразговариваем. What's up over there? Oh, never mind. So, what do we have here? О чем по-английски разговаривают? Other guys saw bears in this area. Что за фигня? Какой-то водопад. Любому, да? Смотри. Так, ну что же, мы приближаемся к какому-то зданию. Приближаемся. Блин, что-то FPS просел. Так, мы приближаем. А почему здесь звук воды? Я не пойму. Почему тут звук воды? Давайте смотрим. Ага. Ага. И как мне, блин, пройти в это здание? Давайте обходить. Почему он разговаривает у меня по-английски? Не пойму. Ничего я не пойму. Ладно, давайте смотреть, как это нам не нужно. Вот здесь вроде бы есть вход, да? Да, вот он вход. У нас надо... Ай, блядь. Колючки. Мы знаем, что колючки здесь уже нас атакуют, поэтому близко к колючкам подходить нельзя. Так, ну что же, мы приближаемся к этому зданию, и к нам не пройти. Здесь нам не пройти, тут нам не пройти. Так, а где нам можно пройти? А вот мост вижу. Давай. Давай через мост. Бы ствол валялся какой-нибудь, мы кого-нибудь сейчас убили бы, да? Стрелял бы там кто-то, там стрелял. Вот мы бы сейчас бы его бы завалили бы. Любого бы. И может быть мы бы что-нибудь бы залутали бы у него. Какой-нибудь там автомат там или... Типа того. Блин, вот я ничего не понимаю вообще. Как сюда пройти, а? Короче, чуваки, туда мы не попали, и поэтому мы пришли какую-то хрень, и нас тут обстреливают. Понимаешь? Нас тут что-то стреляют. Какой-то хрен. Блять. Что делать-то, блин? Я не знаю, ребят. Вот так. Вот такая наш получилась серия Escape from Tarkov. Мы ничего не смогли, но зато мы посмотрели хотя бы полкарты. И поэтому. На этом я заканчиваю. Вот. И дальше будем смотреть, что у нас получится в этой игре. Да, будем обозревать ее и смотреть. Все, ребят. Всем пока. Всем спасибо.
Всем удачи. Пока-пока.